Всем привет, это «Одна минута» и серия номер 5. С вами вновь «Одна минута», и в этой серии мы поговорим с вами о такой ошибке при парировании уступа, которая в народе называется лыжа или губа. На самом деле это не что иное, как разновидность поднутрения, которая образуется вследствие неправильного использования бора. Когда бор с закругленной верхушкой применяется на полную глубину, вы получаете такой вот уступ, который и получил имя лыжи или губы. Как это делается, мы сейчас с вами посмотрим. Вот у нас бор, который заходит в толщу зубной ткани, как говорится, в полный рост, и на периферии вашего уступа образуется завернутая кверху кромка. Давайте посмотрим под другим углом, для того, чтобы данная лыжа была наиболее наглядна. Вот мы видим с вами как раз-таки эту острую кромку, которая вывернулась наружу. О том, как избавиться от такой кромки или ее не допустить, мы говорили на предыдущей серии, а сейчас будем говорить о том, как исправить ошибку. Для того, чтобы исправить ошибку, нам понадобится бор немного большего диаметра, чем тот, который мы использовали в начале. Вы должны установить этот бор четко на кромку, которая вывернулась наружу, и по самой кромке пройтись на небольших оборотах в повышающем наконечнике, что позволит вам убрать эту лыжу и уступ сделать более плавной и более правильной геометрической формы. С вами была «Одна минута». Друзья, не забывайте подписываться на наш YouTube-канал, включить уведомления. Колокольчик находится вот здесь.